какую цену мы бы заплатили, чтобы цена газа была ниже. Есть, есть аксиома в бизнесе. Когда что-то стоит или когда что-то получаешь ниже рыночной цены, то тогда продукт торга являешься ты сам. То есть получается, что хотим мы верить этому или не хотим, акцептем, да, принимаем. Принимаем или не принимаем, но оплачивая что-то, что под цене рыночной, это мы являемся продуктом торга. А вот в данном случае правительство не хочет, чтобы мы были продуктом торга. Ни как граждане, ни как население, ни как другие атрибуты государственности, какие они есть, но вот этим правительство не хочет торговать, и поэтому цена рыночная, как у всего мира.